вами твои студенческие новости, и я Арина Менг. Оставила дома пеленки, подгузники и сбежала на часок от сына, чтобы рассказать вам, что творится этой весной в нашем университете. Прости, Миша Гасанов, 30-й юбилейный выпуск достался мне. Эх, связи, что тут поделаешь? Абитуриенты, добро пожаловать в ЮГУ! Вроде бы еще сама недавно шагала по белым следам в приемную комиссию со своим аттестатом. А вот уже 4 года пролетело, и пора бы уже искать тропинку к работодателю. Но у вас-то еще все впереди. Одни открытых дверей смотрите в сюжете Альбины Сиразутдиновой. 19 марта ЮГУ вновь распахнул свои двери для будущих абитуриентов. Узнать все подробности, касающиеся как поступления, так и дальнейшего обучения, пришли более 200 человек. Во время мероприятия присутствующим была показана презентация университета, после которой первые лица вуза смогли дать ответы на все интересующие вопросы мальчишек и девчонок, а также их родителей. Югорский государственный университет сегодня тот университет, который очень много сил прикладывает для того, чтобы получил каждый абитуриент, придя в университет, во-первых, качественное образование, и во-вторых, абсолютно 100% гарантию трудоустройства, потому что сегодня экономика настроена таким образом, что большая конкуренция для занятия должности, и поэтому твое базовое образование имеет большое значение. Поэтому Югорский университет – это та площадка, которая должна быть зачислена в разряд первоочередных площадок для абитуриента. После презентации университета будущие выпускники школьных и средних профессиональных учреждений смогли увидеть, как устроен университет изнутри. После экскурсии директоры и заведующие кафедры различных институтов более углубленно рассказали о нюансах обучения на ту или иную специальность и дали ценные советы по выбору будущей профессии. Я ожидала, приду, поговорят все, уйдем. Да нет, так не удалось, мы еще и по кабинетам походили маленечко, как бы, ну, по институтам по разным, и суть в разных институтов мы влились. Ни для кого не секрет, что в ЮГУ получают образование студенты, прибывшие из различных городов не только округа, но и Российской Федерации. Артем Леонтьев – будущий выпускник металлургического техникума города Серова Свердловской области. В настоящее время молодой человек выбирает между Уральским федеральным и Югорским государственным университетами. Для того, чтобы определиться с выбором, семья Леонтьевых преодолела более 700 километров. К нам в город приезжали представители с университета, рассказали, то есть мы сравнили и нашли преимущество именно вот с Екатеринбургом, с базой, которую дает в Екатеринбурге, и с базой, которую дает здесь. То есть сравнили преподавательский состав, в общем-то, и вот заворожило само наличие студенческого городка, где нам сегодня придется ночевать. Вот, ну и вообще как бы вдохновило все, вот, все новое, все современное. Более 20 различных направлений, около 200 специалистов в той или иной области, 6 стипендиальных выплат, не считая академической, сотрудничество со многими ведущими организациями округа, а также зарубежными университетами. С таким багажом информации будущие абитуриенты покинули стены университета. В следующий раз они вернутся во время приемной кампании, которая начнет свою работу с 20 июня. Наш университет увеличивает круг своих иностранных друзей. В минувшую пятницу ЮГУ посетила небольшая делегация из Китая. О том, как прошла встреча и какие перспективы ждут наших студентов в будущем, узнаем из сюжета Лили Архиповой. Ректор ЮГУ Татьяна Дмитриевна Карминская с радушием встретила гостей из Поднебесной, а вместе с ней на встрече присутствовали директора институтов. В первую очередь Гао Чжичжунь и Вэй Байсуну рассказали о нашем университете и, конечно же, провели экскурсию. Очень хороший университет, очень, ну, горячий, гостеприимный. Коллеги, руководство, очень довольны, очень приятно. Хотя визит и носил более дружеский характер, все же стороны обсудили взаимовыгодное сотрудничество. В нашем языковом центре наконец-то появится преподаватель китайского языка прямо из Китая. А еще у выпускников появится отличная перспектива карьерного роста в одной из быстро развивающихся компаний Азии. По обучению персоналов, сотрудников,
еще по анализу химии и металл, это есть и такой возможности сотрудничества. И наш университет, и гости из Китая были рады встрече. Считают, что поездка прошла успешно, и в скором времени это приведет к взаимовыгодному сотрудничеству. Китайцы получат квалифицированные кадры для своих предприятий, а наши выпускники получат возможность карьерного роста в компании Mars Tech International. Пришла и оторвала голову нам студенческая весна. И я там была, мед, пиво не пила, но на вас талантливых смотрела, смеялась, да и просто культурно отдыхала. Смотри сюжет, ищи себя. И вновь ДК «Октябрь» встречает студентов Югорского государственного. Открытие творческого сезона, дебют первокурсника, лучшая учебная группа. Но сегодня это все не то, ведь к нам наконец-то пришла она. Студенческая весна 2016. Раз сумасшедшей скоростью закручивает в свой плен самое долгожданное для студентов-активистов событие. Взрывная, многоликая, талантливая. И это не все, что можно сказать о нашей весне. Так все-таки какая она? Она для меня первая. Просто невероятно, что любовь. Просто один позитив от этого всего. Это капец! Эй! Вот такая вот. Намного круче. Все как всегда. 6 институтов, 6 программ. Гуманитарный институт на некоторое время перенес нас в космос и в тайны расследования пропавшей провизии. Юристы показали свои способности в шоу талантов. С выходом института природопользования в зале будто запахло мандаринами. Ведь они неожиданно для всех окунули зрителей в воспоминания о Новом годе и детских мечтах. А также взбодрили зал нашумевшим хитом. Студенты ИСУИТа в этот раз забыли о компьютерах и раскрыли тонкие струнки души человеческой. Это новый ИСУИТ. 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 Политехнический институт комично показал трудности поиска компромисса в семейной жизни. А ИМЭК рассуждали о дружбе и что так просто может ее разрушить. Но шутить тоже не забывали. Я хочу, чтобы ты смотрел на мосты собачки. Мы импровизировали, дурачились, шутили и вот родили идею, которую показываем для публики. Помимо программ на сцене появлялись талантливые певцы, танцоры и актеры. Для Дарьи Лепихиной это третья по счету студенческая весна, на которой она очаровывает своим голосом. В этот раз Дарья решила спеть песню «Кукушка» в память о Викторе Цое, что не оставило равнодушным зрителя. Это было просто, ну, не описать словами. У меня был восторг в душе. Спасибо огромное залу за это. Потому что когда зал так откликается, тебе легче отдаваться ему. Трехдневный марафон студенческих талантов подошел к концу. Награды ждут своих героев. Интрига наполняет зал. Единодушно студенческое и профессиональное жюри отдают кубок Гран-при ИСУИТу. Как оказалось, не зря ребята набирались сил, пропустив прошлый сезон. Мы думали пятое и шестое забирать, но взяли гран-при. Так получается, бывает.
нравится. Бешено подготовка проходила. На самом деле бешено, очень. То, что мы ожидали, вот. Как обычно, мы сменили кучу сценариев. Я 5 лет ждал кубок, и вот он, вот он. Моя прелесть. И ведь это только начало. Ведь дальше всех золотых лауреатов ждет окружная студенческая весна, на которой мы должны отстоять честь нашего университета. ЮГУ, готовьтесь к окружной студенческой весне и хлопайте всем нашим, независимо от того, на твоем он институте учится или не на твоем. Хлопай на окружной студенческой весне. В интернете уже прошла волна обсуждений. Все куплено, мы были лучше. Ребята, не ссорьтесь, ведь все вы большие молодцы. Так зажгли этот зал. Победители не судят. Да и все мы знаем, что без Димы Староверова кубок Гран-при ушел бы от ИСУИТа. Кстати, в этом году впервые на студенческой весне Югорского государственного была введена номинация по журналистике. Студенты первого курса журфака были повсюду, начиная от зрительного зала и заканчивая гримерками артистов. Итогом работы стал первый выпуск газеты «Студенческая весна ЮГУ-2016». А телевизионщики же ночь напролет монтировали свои сюжеты. И сейчас мы вам покажем одну из конкурсных работ «Лица студвесны» Елисея Кузнецова и Ксении Ступак. С дебютом вас, коллеги! В День космонавтики в ЮГУ состоится улетное музыкальное шоу «ЮГУ, ты космос». Скафандры и метеоритный дождь мы вам не обещаем, но почувствовать атмосферу невесомости получится. Приходи, не пожалеешь. А на этом у нас все. Подписывайся на наш канал в Ютубе, вступай в нашу группу ВКонтакте. Чувствуйте эту весну. Любите друг друга и свои курсачи. Заболталась я. С вами была Арина Менг. Пока-пока.